Приветствую вас, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы рассмотрим одну из модификаций семейства американских штурмовых винтовок AR-15, модель компании Army Dallara Custom, карабин ADC Tactical Sport, который уже прославился своей надежностью и уникальными техническими характеристиками. Итальянская компания ADC специализируется на малосерийном производстве высококачественного оружия, отвечающего самым высоким требованиям точности, надежности и эргономики. Широкий модельный ряд, а также возможность полной кастомизации составных частей винтовки, длина, профиль и внутреннее покрытие ствола от легкого 12,5-дюймового до матчевого 20-дюймового с карбонитрацией и без, с обычным верхним ресивером или с внешней рукояткой взведения. Также приклад, рукоятка управления и переноса огня, прицельные приспособления, ударно-спусковой механизм и прочее позволяют получить идеальный вариант по индивидуальным запросам стрелка. Позвольте представить одну из моделей ADC, доступных на российском рынке на данный момент. Карабин ADC Tactical Sport, версия специально спроектированная для практической стрельбы. Общая длина составляет 91 см, вес 3 кг 500 грамм. Основная особенность всех моделей серии Custom – цельнофрезерованная ствольная коробка оригинального производства ADC. Нижний ресивер имеет расширенную горловину магазиноприемника, а также насечки для лучшего удержания при коротком хвате. Кнопка затворной задержки, помимо стандартной, дублируется с правой стороны под указательный палец. Верхний ресивер имеет планку Picatinny по всей длине. Рукоятка взведения затвора располагается непосредственно на затворе и выведена на обе стороны верхнего ресивера. Это позволяет оперировать винтовкой с обеих рук и, при необходимости, дослать или извлечь патрон из патронника, благодаря чему отпала необходимость досылателя. Затвор собственной разработки специально облегчен и имеет качественно обработанную поверхность для уменьшения трения. Цевьё цилиндрической формы. По всей площади присутствует перфорация для охлаждения ствола. Также есть основания для установки планок Picatinny под разным углом. На карабине штатно установлен один из лучших спортивных USM – Geissele Super Dynamic Trigun. Матчевый ствол Lothar Walter свободно вывешен, длина 18 дюймов, шаг нарезов 9 дюймов. Оригинальный дульный тормоз-компенсатор ADC Competition максимально снижает отдачу и подброс ствола. Газ-блок с возможностью регулировки позволяет настроить винтовку под любой патрон. Карабин оснащен фиксированным прикладом Rock River Arms Operator с регулируемым затыльником и основаниями под быстросъемные антавки. Приклад имеет отделение для хранения батареек, установлен на длинную трубу райфл типа, что способствует уменьшению отдачи. Эргономичная пистолетная рукоятка также имеет герметичное отделение. На сегодняшний день карабины итальянской компании ADC являются одним из наиболее интересных предложений на российском рынке и уже стали выбором многих профессиональных спортсменов и любителей.